На конкурс дети читают стихи. Белоногова Анна, 8 лет, город Реж, Свердловская область. Я прочту стихотворение своего любимого поэта «Юный морец». Очень помогает. Что такое настроение? Это птичка, это пение в глубине твоей души. Нос расхватив и колени, будь несчастным, не спеши, а на птичку подыши, подыши на эту птичку в глубине твоей души. Хорошо иметь привычку не катить на эту птичку бочку слез, вагон обид, недовольство кислый вид. И особенно с утра раскаприза два ведра. Быть несчастным не спеши, а на птичку подыши, подыши на эту птичку в глубине твоей души.